Заявки будут приниматься до 7 ноября. Соответственно, потом вот в течение срока с 7 по 30 ноября заявки будут оцениваться экспертами. И параллельно на сайте Общественной палаты Ульяновской области мы еще запускаем интернет-голосование, да, где все номинанты будут размещены, открытки, такие визитки номинанты будут размещены, и любой желающий сможет за тех, за кого он хочет, там проголосовать, соответственно. Вот. А итоги уже будут подведены, и победители будут отмечены и награждены на гражданском форуме нашего региона, который у нас обычно проходит в начале декабря. Информация для тех, кто захочет принять участие, ее можно найти на сайте Общественной палаты Ульяновской области. На главной странице она там размещена. Там и положение, да, согласно которому этот конкурс проводится, и формы заявки, они отдельные по каждой номинации, и критерии, по которым номинанты будут оцениваться. Всю информацию можно найти будет там.